Sir, we'll arrive in 10 minutes. Сэр, мы придем через 10 минут. Hey! Hold it! Держи. Hey, Simon! Give me this piece of this work! Помогите нам кто-нибудь. Hey, sir! Эй, сэр, вы могли бы бросить круг? Саймон, you should have drunk, Simon. Тебе лучше не пить. It's my own business, boss. Это мое дело, босс. You're lucky, guys. Вам повезло, ребята. Nobody is near. Вокруг никого нет. Just we. Только мы. We do owe you for our rescue, мы ваши должники, сэр. No problem. Все в порядке. Cheers. Ваше здоровье. Миссия закончена. Wait for your instructions. Жду ваших инструкций. It's Simon. Это Саймон. The mission is finished. Миссия закончена. Wait for your instructions. Жду ваших инструкций. Пустит бревнышко, навсегда забудет о спецназе. Хорошо это усвойте. Но рэмбы нам не нужны. В нашем деле главное выносливость. Выше, Жуковский. Возможность переносить тяжелейшие нагрузки, которые кажутся невозможными. Держать, сынок. Что? Я больше не могу. Свободные. Поднимай! Держать! Стоять! Меньше народу, больше кислороду! Бурлёжа принять. Раз. Два. 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 Раз.
Не спать, боец. Кто вы и зачем вы здесь? 30 секунд. Время пошло. Кто вы и зачем вы здесь? Я сам попробую ответить на эти вопросы. Кто вы? Вы бойцы спецназа. Зачем вы здесь? Ради денег? Здесь миллионерами не становятся. Ради женщин? Вряд ли. Ради славы? Думаю, сомнительно. Тогда зачем? Ради простой вещи. Ради добра. А добро должно быть сильным. И дальше все, что вы будете делать, соотносите с этими понятиями. Ваша группа справляется с работой целого батальона спецназа. Материальная заинтересованность, сэр, великое дело. The USSR have solved the question, I'm sure. America would get stuck. Если бы в СССР был решен этот вопрос, торчать сегодня в Америке... Patriots don't speak that way. Патриоты так не говорят. I'm a patriot of my job. Я патриот своей работы и возможностей, которые она мне предоставляет. By the way, what's about the orders? Что, кстати, с заказами? You and your guys. Тебе и твоим парням необходимо немного отдохнуть. Do you want them to lose their... Вы хотите, чтобы они потеряли форму? So, дайте мне работу. I would like to get a job. Because first, I need money. Мне нужны деньги, моим парням нагрузка, а вам наша эффективность. Sir, you need our skills and effectiveness. I will find. Я тебя найду. Okay, good night. Хорошо. Спокойной ночи.
Косари! Вам круто повезло! Вы дышите чистым воздухом! Не то, что я пылью! Выше ноги! Не пыли, пехота! Пошел ты со своим воздухом! Противогаз надел, строй, бегом марш. Не была могу. Команда, газы. Не могу больше. Не могу. Солдат, ты отравился и сдох. Честно, не могу. Чего ты не можешь? Не могу бежать. Противогаз надел, может, не живешь. Не могу. Ну ладно, тише, 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 все. Тише, тише, тише. Все, тише. Не могу. Все, тише, тише. Все, перестань. Честно, не могу. Все нормально. Все, все, все. Для спецназа ты труп. Давай автомат. Вставай. Вставай, вставай, вставай. Колян, ты чё с рюкзаком-то? Да ладно. Чё ладно? Пойду я, пацаны. В смысле? Толян. Ладно. Подожди, всё. Толян. Я решил. Все, держитесь. Давай. Да погоди. Ты уверен? Все. Толян. Это же спецназ. Надо до конца держаться вместе. Давай еще раз. Спасибо за поддержку. Не мое это. Ну, давай. Держитесь. Ну, будь. Бах! Меньше народу, больше кислороду. Интересно, а кто следующий на выписку, а, пациенты? Малыш, может, ты? Что ты от меня хочешь? Что я тебе сделал? Ничего, задолбал уже. Ой-ой-ой. Просто ты тоже балласт. А я таких не люблю. Молодец. Знаю. Ты, походу, Бэтмен. О, аферист заговорил. Твое мнение тут шут гороховый, мало кого интересует, понял? Да? Да. А ты кого шутом назвал? Стоять! Уже порву! Да вы чё? Не понимаете? Фури. Это же всё специально. Для того, чтобы мы тут, как скорпионы в банке, рвали тут друг друга, а? Ну чё, дерёмся? Давай, давай. А качков будет хлопать нам, а? Хорош, Кубик, хорош. Каждый умирает в одиночку. И ты сдохнешь первым. Значит так. Преодоление огненно-штурмовой полосы в препятствии осуществляется группами по 4 человека. В первой группе пойдут. Денисов. Денисов, я или что? Я. Куприянов. Я. Жуковский. Я. Малышев. Я.
Командуйте, лейтенант. Есть. Налево! На исходный рубеж. Бегом! Марш! В руках держим. Автомат! Автомат! Давай, давай! Пошел! Зачем по последнему? Приятно! Пошли! Работаем, работаем! Пошел! Руку! Руку давай! Сволочь! Давай! Пошел! Давай! Возвращаемся! Где кубик? Кубик, иди сюда! Кубик, давай, руку! Просила газа. Клапан выкрутил на марш-броске. Одного потеряли, возвращаем. Ты что? Брось, выбрал ногу. Время, время! Спасибо, Андрюх. За что? За то, что на снег кинул. Раз. Два. Три. Дави. Четыре. Резко проход. Раз. Два. Три. Четыре. Атака снизу. Раз. Гнида, жук. Три. Укол. Так, неплохо. Неплохо. Рядовой Куприянов. Значит, ребята, для чего это делается? Для чего делается перехват? Перехват делается для того, чтобы ввести противника в заблуждение. Показываю. Начинаем восьмерочку делать. Раз, два, три. Здесь перекладываем нож в правую руку. И потом
сносим блок левой рукой и наносим удар по шее. Разворачиваем захист противника. И здесь либо в мотор вгоняем, либо в шею. Понятно? Так точно. Понятно, Куприянов? Так точно, товарищ капитан. Тренируйся. Разрешите продемонстрировать? Позже продемонстрируешь. Есть. Мистер Дуглас, somebody is waiting. К вам пришли. All right. Хорошо. I trust you. Straighten the thing out. Смотри, не подведи меня. Okay. Хорошо. Well, Ms. Thompson. А, госпожа Томпсон. The master of propaganda technologies. Мастер пропагандистских технологий. Not bad. Неплохой ход. It's a vital move. I haven't seen such a move for a long time. Даже можно сказать ключевой в этой партии. I've been thinking about foreign policy. До вашего прихода, мисс Томпсон, я размышляла о ситуации во внешней политике нашей страны. В критические моменты приходится брать инициативу в свои руки. Исполнительная власть не всегда адекватно реагирует на угрозы. Пора объединить наши усилия. К бою! Доклад! Рядовой Василевский к стрельбе готов! Рядовой Никитик к стрельбе готов! Рядовой Малышев к стрельбе готов! Рядовой Жиговский к стрельбе готов! Рядовой Демид к стрельбе готов! Рядовой Денисов к стрельбе готов! Рядовой Мурашкевич к стрельбе товарищ готов! Товарищ лейтенант, можно несколько спусков в холостую? Не наигрался. Давай, Куприянов. Рядовой Куприянов в стрельбе готов. Огонь! Рядовой Куприянов стрельбу окончил. Рядовой Малыш стрельбу закончил. Рядовой Жуковский стрельбу закончил. Встать! Для осмотра мишеней. Бегом! Марш! Ого, кубик, три десятки. Я с 14 лет стрельбой занимался. И молчал? А кто спрашивал? Да, ёшка. Оставить разговоры. Неплохо, Жуковский. На 5 баллов ложился. Учитесь анализы, как стрелять надо. Нормально. Ты не перестаешь меня удивлять, боец. Пошли. Кругом! На исходный рубеж бегом! Марш! Товарищ подполковник, у рядового Куприянова 30. Я вижу. Куприянов ко мне. Рядовой Куприянов! Товарищ капитан, рядовой Куприянов по вашему приказанию прибыл. Далее поступаешь в распоряжение подполковника Павлова. Есть. Сержант, расставай мишень. Приготовься к стрельбе. Есть. Ну что? Товарищ подполковник, разрешите два вопроса. Валяй. Поправка на ветер и расстояние до цели. Вопрос правильный. Для определения расстояния используй дальномерную шкалу прицела. При силе ветра 3-5 метров в секунду упреждение составляет примерно одну ширину мишени. Действуй, сынок. Есть.
Куприянов Сергей Сергеевич, 1985 года рождения. С 14 лет состоял на учете в детской комнате милиции. Неоднократно фигурировал в протоколах о нарушении общественного порядка. Кандидат в мастера спорта по стрельбе. Законной отсрочкой от службы в армии не воспользовался. Я знал твоего отца, солдат. Ты весь в него. Мы служили в одном подразделении в Афганистане. Вы знали моего отца? Да, знал. А какой он был? Какой? Я же сказал, ты весь в него. Колонну подво, останови. Разрешите идти? Расположение роты. Валяй, братишка. Шагам, марш! Ну, как идет подготовка к выходу на учебный центр? Все по плану, товарищ подполковник. Это финальный этап обучения, в результате которого мы будем распределять бойцов по боевым подразделениям. И кто на что способен, будем определять по полной. Выше ноги. Алло, привет. Привет. Спишь? Нет, уже не сплю. Ясно. Ну чего? Да ничего, как ты? Я вот соскучился очень. По родине? По тебе. Так что... А где живешь? Ну вот, поселили в центре Вены. Номер люкс. Здорово. Все хорошо. Ну, как Вена. Центр Европы. Отлично. Учителя все из Гарварда. Так что... Ну, а кормят нормально? Отлично кормят. Прекрасно. Особенно, знаешь, очень вкусные венские булочки. Вот. А почему ты так тихо говоришь? А ребята уже спят, и вот завтра экзамен. Потому, чтобы не будить. Пускай выспятся. А я перезвоню тебе, извини. Во время вашего дежурные! Где? Yeah.
Равняйсь! Смирно! Рядовой Малыш! Я! Выйти из строя! Есть! У нас произошло чрезвычайное происшествие. У рядового Малышева этой ночью были похищены документы, права, деньги. Мне не хочется думать, что в нашем подразделении завелась крыса. И поэтому я должен... Малыш, может, ты где-нибудь их оставил? Как это не предскорбно звучит? Не терял их. Вчера вечером все было нормально, утром проснулся, уже нет. Осмотр личных вещей. Приступайте. Вольно. Личные вещи к осмотру. Выложить содержимое карманов. Осмотрено. Осмотрено. Малышев, товарищ лейтенант, это не я. Малыш, товарищ лейтенант. Сынок, ты попал. Это не я! Это я! На! Голову свою не потеряй в следующий раз. Войдите. Товарищ подполковник, разрешите обратиться к товарищу капитану? Разрешаю. Товарищ капитан, мы с ребятами подумали по поводу случившегося. Угу. Не мог кубик украсть. Он не вор. Его кто-то подставляет. И мы тут решили, что если кубика в другую часть переведут, то мы все рапорты напишем. Что? Не понял, Денисов? Товарищ капитан, вы же нас сами учили. Спецназ своих не бросает. Хорошо. Предположим, что Куприянов не вор. Его подставили, как вы говорите. Но кто это мог сделать? Не знаю. Так вот, с этого и надо было начинать. А то рапорты напишем. А кто, кстати, собрался переводиться за компанию с Куприяновым? Да, все. Почти все. Конкретнее? Все, кроме Жуковского, товарищ полковник. Молодцы. Свободен. Есть. От точки 200 метров осталось. Значит, идем вот так. Скрытно выдвигаемся, окружаем. АП наш. Слишком просто. Прогулялись по лесу, окружили и взяли. Ты что предлагаешь? Я предлагаю выслать разведку, а потом брать КП. Зачем? Наш козырь внезапность. Значит так, я старшей группы. Мне решать. Вперед!
Положение, в котором вы сейчас находитесь, называется одним простым словом из четырех букв. Вы его знаете. Оружие утрачено. Группа в плену. Задача не выполнена. Кстати, кто старше? Кто старше, я спрашиваю. Решили поиграть в молчанку. Валидулу мне, хорошо. Но будем играть по моим правилам. Бойко! Давай Малышева, туда. Итак, повторяю. Кто старше группы? Какая задача группы? Хорошо. Для того, чтобы тебе вернуться в нормальное положение, ты должен мне сказать, кто старше группы. Молчим. А? Хорошо. Предлагаю. Чтобы избавить его от лишних мучений, зовите, кто старше группы. Или выдайте мне одного бойца, солдата, к примеру, Куприянова. Я даю вам оружие и отпускаю вас. Ха. Товарищ капитан, тушеночкой не угостите, а? А чего ж? Для хорошего человека ничего не жалко. Куприянов. Развяжи ему руки. Ну, угощайся. Спасибо, товарищ капитан. Ну давай, вставай, сынок, вставай. Что случилось, а? Давай, нападай. Вот. Что я сейчас делаю, а? Сюда смотреть, анализы. Что я сейчас делаю, а? Что? Я вам жизнь спасаю. Ваше детство закончилось. Вы набрались наглости и решили стать спецназовцами, да? А вы знаете, что такое спецназ? Это когда не можешь, а делаешь. Это когда никто, кроме тебя, не выполнит боевую задачу. Никто, кроме тебя, не спасет чужую жизнь. Только ты ценой собственной жизни. Мирное время. Когда остальные жрут мороженое в Макдональдсе, ты можешь умереть в любую секунду. Детский сад. Я знаю, кто старше вашей группы. Я даже знаю, кто подложил документы Куприянову. Не жук. Это называется оперативная работа. Бойко, отвяжи его. Я проверял вас по всем статьям. На силу, выносливость и даже на вшивость. Потому что должен быть уверен в том, кто будет прикрывать мне спину. И знаете анализы, что я вам скажу? По-моему, на вас можно положить. Встаем. Встаем. Молодцы, ребята. Молодцы. Выдержали. Молодцы.
Спецназ! Сила! Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плечо. Взлетает ракета и виснет свечой. И опять порвалась тишина, как струна, и толкнулся в плечо автомат. Ходит следом за нами по краю судьба 19-летних ребят. А меня по ногам зацепило, кажись, да чего же обидно, зараза. А друг Димка меня приподнял, брат, держись, мы же родом с тобой из спецназа. Зашипит на стволе дождевая вода. Снова надо идти, снова где-то беда. Вновь испуганный ветер ударит в лицо. На холодном рассвете запахнет свинцом. И опять порвалась тишина, как струна, и толкнулся в плечо автомат. Ходит следом за нами по краю судьба 19-летних ребят. А меня по ногам зацепило, кажись, да чего же обидно, зараза. А друг Димка меня приподнял, брат, держись, мы же родом с тобой из спецназа. То по горло в воде, то по пояс в снегу. И отдернув пробитый камуфляж на груди, мы уходим в туманы, уходим в дожди. И опять порвалась тишина, как струна, и толкнулся в плечо автомат. Ходит следом за нами по краю судьба 19-летних ребят. А меня по ногам зацепило, кажись, да чего же обидно, зараза. А друг Димка меня приподнял, брат, держись, мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.